что такое 14 февраля. 14 февраля – это день всех влюбленных. Это день Святого Валентина. 14 февраля – это когда все празднуют праздник, день Святого Валентина. И когда дарят открытки в виде сердечек, которые называются «Валентинки». День всех влюбленных. Расскажи его историю. Жил священник, и его посадили в тюрьму за то, что он всех женил, а это было запрещено. А в него была влюблена девушка. Валентин влюбился в дочь императора, а дочь императора влюбилась в него. Тогда Валентин послал ей записку «Твой Валентин». И тогда появились записки Валентинки. Он ночью освещал всех влюбленных. Ему кто-то запрещил венчать влюбленных ночью. И один раз его посадили в темницу. Там он встретил дочь императора. Потом он влюбился в дочь императора. А дочь императора влюбилась в него. И он ей написал послание в виде сердечка. Святого Валентина произошел от Святого Валентина, потому что он был священником. И когда его казнили, этот праздник только начали понимать. Какие подарки нужно дарить в этот праздник? Поцелуй любви, валентинки, букеты цветов, конфетки. Валентинки, конфеты и цветы. Валентинки, открытки и сердечек. Надо дарить раскладушки или валентинки в виде сердечек с пожеланиями. Валентинки, открытки в виде сердечка. Будешь ли ты дарить подарки в этот день? Я буду дарить подарки, но это большой-большой секрет. Я буду дарить открытки маме и папе. Я буду дарить подарки. Я буду дарить их рисунком, а вот кому не скажу.